Здравствуйте! Сегодня решил приготовить всеми любимое блюдо – ленивые вареники. Но сделаем это немножко иначе. Начнем с того, что нам понадобится. Нам понадобится 200 грамм творога 9%, 180 грамм творожной массы, одно яйцо и 2 стакана пшеничной муки – это 250 грамм. Идею эту в виде вопроса подсказал мне Константин Ефремов. Один из подписчиков канала, он спросил, можно ли это сделать в Регине, и вот я решил попробовать, получится или нет. И, наконец, разбиваем яйцо. Ну что ж, приступим. Ну вот, начинаем замес. Вообще, я посмотрел у Константина Ефремова, у него очень интересный свой канал на YouTube. Он занимается парашютным спортом, прыгает с высоты 4000 метров. И снимает на видео, вот я смотрел, у него очень классный ролик. Ссылку на его канал я размещу под описанием. А сейчас пока пытаемся сделать ленивые варенички. Вот, замес идет отлично. Я думаю, получится. Ну все, тесто готово. Сейчас необходимо его сформировать колбаску в такую размером. Ну, диаметром 3 сантиметра. Ну что ж, Константин. Регина справилась с этой задачей. Тесто получилось эластичное. Ну, а как раскатать его в колбаску, все прекрасно знают. Ничего сложного в этом нет. Берем и раскатываем. Вот вода уже закипает. И теперь нарезаем наши вареники на вот такие кусочки, где-то по 2,5-3 сантиметра. Ну, вот такое количество замечательных ленивых вареников я сделал буквально за 10 минут. То есть 7 минут длился замес теста. За 3 минуты я скатал колбаски и нарезал. И сейчас буду варить. Это просто супер. Я теперь думаю, что это блюдо будет одним из моих любимых. Вот вода кипит, сметана уже готова. Загружаем варенички. Часть, кстати, я заморозил. Завтра сделаем. Эти варим в подсоленой воде. Ну что ж, первый раз пробую ленивые вареники. Класс. Ну что ж, спасибо Константину за идею и за рецепт. Мне очень понравилось. Но у меня теперь мысль. Друзья, а нет ли у кого-нибудь рецепта ленивых пельменей?